Вот тут сейчас мы пойдем, ты релакс с утра. А это подушечки. И матрас, тест релакс матрас. И вон, там тоже подушки. Регистрация, чтобы валяться на матрасе. Потому что потом будет розыгрыш. А вдруг я выиграю матрас? Или Юлька выиграет матрас? Мы выбирали подушки. Тут целый ряд подушек. Я выбрала Юля красненькая. Ага, она. А, это нам сейчас дадут это. Угу. Какой вам удобнее, скажите, какой вы выбрали. Мягкий, больше... жесткий, средний. И дальше мы вам скажем, какие. Ну, прям кладите подушку, кладите просто. В общем, чтобы выбрать дальше матрас, надо полежать на этом, потестировать. Мне очень, например, мягкий матрас на котором. А Юля сказала, что она здесь остается жить до завтрашней репетиции. Ну, нам дали, да, вот эти все специальные штуки. Короче, мы сменили дислокацию. Ну, как бы лежит. Я была вот на том матрасе, теперь на этом. Это там очень мягкий, да? Я за то, чтобы такие профессии. Дегустатор матрасов. Но тут самый жесткий, наверное, тоже жесткий будет. Этот мягкий вообще. Да, вот. И мне, наверное, тут я на тут даже не буду ложиться, потому что у него эти мягкие. Мы будем тестировать матрас. Нам жесткий нужен матрас. Номер 22-31. Со своими вещами. Сейчас я пойду. Со своими подушками. 22-30. О, тут вот их. Вон там от 22. 28 и 31, вот до сюда, в общем. Вот эти все, вот тот ряд, вот самый дальний, не наш, а вот эти два все наши. Сейчас мы будем развлекаться. У меня матрас номер 30. А у тебя что, 31, Юля, да? Мне все равно. Хорошо. Ой, да. Да. Хорошо отдыхает, хорошо работает. Вот. Однозначно. А мы еще поели шоколадки. Ну, этот... Не, я пожестче. А ну, так тоже ничего. А что она делает с подушкой? Показывает, как она мягкая. Подушку массаж делаешь. Подушка делает настроение. Так вот. Модель матраса. Да. Сейчас я напишу, что нам нравится матрас 26. Я подойду к девушке с веселой массаж подушки. Да, массаж номер 26. Нет, матрас. 26, да? 26, да.